Сегодня в администрации района в связи с профессиональным праздником чествовали работников культуры. Ежегодно 25 марта в России отмечается День работника культуры. В зале собрались все те, кто трудится в этой отрасли и по-настоящему предан своей работе. К деятелям культуры и искусства со словами поздравления обратился глава района. Приветствуя и поздравляя участников мероприятия, он подчеркнул о важной миссии, выполняемой работниками культуры. Сегодня юбилейная дата, День культурного работника Российской Федерации. Сегодня вот 15 лет, как учредили вот этот замечательный праздник. И вот под это понятие попадает очень широкий круг профессий, специальностей. Но работа культработника – это скорее больше состояние души, чем специальность, потому что не зная и не любя эту профессию, в этой профессии невозможно существовать, невозможно работать. Вот последние два года были очень тяжелые, и вот именно работники культуры – это одна из таких сильно пострадавших отраслей, вот, потому что специфика работы культуры тесно связана с тесным контактом именно с народом, именно с населением. А из-за ограничительных мер, из-за ковидных мероприятий, именно вот ровно два года практически все мероприятия ушли в онлайн-формат, что, естественно, мы на себе не могли не ощутить. Но, несмотря на все это, хотел бы вас всех поблагодарить, потому что работа ни на секунду не останавливалась. Наверняка вы все знаете, что такое KPI-показатели по оценке эффективности деятельности главы Высшего Совета Федерации. Это Кашхабурский район, один из двух муниципалитетов, которые в полном объеме исполнили эти показатели. И пять показателей, и одним из пяти является это достижение в области культуры. И хотел бы вас всех поблагодарить, потому что вы полностью сделали это на 100%. Даже иногда с опережением. Это ваша заслуга, это ваш успех. Большое вам спасибо. Хотел бы всем вам пожелать здоровья прежде всего, благополучия, счастья всем вам, членам вашей семьи, родственникам, успехов. Виновников торжества с таким замечательным событием поздравил и председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев. Сегодня все присутствующие, видите, сколько и республиканская власть, и районная власть прилагают усилия для того, чтобы наши населенные пункты, наши муниципальные образования преобразовались. Строятся, ремонтируются дома культуры. Но все это без вашего людского потенциала, без вашего участия, любви к своей профессии будет немножко обезличено, обездушено. Я хочу, чтобы эти новые здания, отремонтированные, построенные, вот, наполнились этой вашей любовью к вашей профессии. Пришли туда люди, и эти вот очаги культуры стали действительно очагами культуры в поселениях. И чтобы эти люди, которые придут пообщаться с вами, посмотреть на вашу работу, и, несомненно, понесли культуру и домой, в свои семьи, своим родным, близким. В этот день хочу пожелать вам удачи, прежде всего, здоровья, благополучия. Реализация всех намеченных вами планов. За вклад в развитие культуры Республики Адыгея в связи с празднованием Дня работника культуры присутствующие были награждены почетными грамотами и благодарственными письмами Министерства культуры Республики Адыгея, главы Кашхабурского района и районного совета народных депутатов. За вклад в развитие культуры Республики Адыгея и в связи с Днем работника культуры почетной грамотой Министерства культуры Республики Адыгея награждается Ходова Шамсер Исламовна, заместитель директора муниципального казенного учреждения культуры и поселенческий центр народной культуры муниципального образования Кашхабурский район. Сторонова Аминат Моровна, специалист по информационно-аналитической деятельности Центра народной культуры. За вклад в развитие культуры Республики Адыгея в связи с Днем работника культуры благодарственным письмом Министерства культуры Республики Адыгея награждается Хасанова Рузана Шатырбечевна, библиотекарь по массовой работе в Центральной районной библиотеке Муниципального казенного учреждения культуры Межпоселенческая централизованная библиотечная система муниципального образования Кашхабурский район. Гостокова Зарема Асланова, специалист по традиционной народной культуре и организации доступа муниципального казенного
Центр народной культуры. Жерчимукова ФАИЗ Шумаковна, специалист по традиционной народной культуре и организации досуга Центра народной культуры. За большой вклад в развитие культуры Кашихабльского района, добросовестное исполнение своих профессиональных обязанностей в связи с Днем работника культуры, почетной грамотой главы муниципального образования Кашихабльский район награждается Полонский Виктор Павлович, специалист филиала СДК Светлана Курбана. Регнер Анна Петровна, специалист филиала СДК поселка Майский. Егеретова Саида Нагбевна, специалист филиала СДК Алмакон. Насренов Каплан Мухамедович, звукооператор муниципального казенного учреждения культуры и поселенческий центр народной культуры муниципального образования Кашихабльский район. Бижева Саида Хасьевна, библиотекарь Ходзинской сельской библиотеки. Киржинова Фатимет Аминовна, библиотекарь отдела обслуживания Центральной районной библиотеки. Хамдохова Лариса Руслановна, специалист по учетно-хранительской документации отдела комплектования и обработки литературы муниципального казенного учреждения культуры централизованной библиотечной системы муниципального образования Кашихабльский район. За большой вклад в развитие культуры Кашихабльского района, добросовестное отношение к своим профессиональным обязанностям и в связи с Днем работника культуры, почетной грамотой Совета народных депутатов муниципального образования Кашихабльский район награждается Бижева Шамсет Асланчиевна, ведущий библиотекарь отдела обслуживания Центральной районной библиотеки. Даниилян Лауретта Суреновна, библиотекарь по работе с детьми Игнатьевской сельской библиотеки. Гучева Валентина Викторовна, специалист филиала СДК поселка Майский. Коломазенко Анна Николаевна, заведующая филиала СДК села Вольное. Хачинизова Рита Александровна, заведующая филиала СДК Алма Хачинзи. Шорова Рузана Махмудовна, заведующая методическим отделом муниципального казенного учреждения культуры централизованной библиотечной системы муниципального образования Кашихабльский район. Далее слово было предоставлено председателю районного общественного движения Адыгахаса Черкесский парламент Амину Непшикуеву. Я хочу сегодня от имени ХАС, республиканского движения Адыгахаса, вручить вам грамоты и поздравить вас от наших всех ребят, значит, родителей, которых вы, дети, которых вы обучаете, воспитываете. Ваш труд является гарантом сохранение вековой культуры адыгов. Спасибо, что вы есть, вы делаете очень большую работу, и спасибо вам большое и за поддержку деятельности нашей организации. Почетная грамота награждается Управление культуры за поддержку деятельности общественного движения Адыгахаса и охрану вековой, значит, культуру у нас идея дыба. Председатель Кремешок Рамазан. И за ту помощь, которую на самом деле серьезным образом оказывают, значит, и поддерживают Рафаэль Владимирович нашу деятельность, тоже награждается именной почетной грамотой, значит, вот такого содержания. И что, вы будете зачитывать на собрание. Своих коллег с профессиональным праздником поздравил начальник управления культуры Рауф Хурия. Он также поблагодарил руководство района за постоянно оказываемую помощь и внимание. Конечно, это особая дата в жизни
любого пусть работника. Я хочу не просто их поздравить с этим праздником, я хочу им сказать огромное спасибо. В вашем лице я имею воспитанных, интеллигентных, просто приличных людей, на которых я могу положиться в любую, самую сложную минуту. Еще раз поздравляю вас всех. Иногда вам очень трудно, но с каждым годом наши условия становятся, слава Богу, лучше, и я думаю, мы будем стараться. Успехов вам, благополучия, семейного уюта, здоровья, конечно, долготерпения, потому что наша работа иногда требует просто большого терпения, больше ничего. Дай Бог, чтобы каждый год без потерь мы могли встречаться и чествовать наших коллег лучших. Завершилось мероприятие совместным фото на память.